Добрый вечер, дорогие друзья. Я не один, я с вами. Очень рад всех здесь представить себе присутствующими. Лучшие друзья и так далее и тому подобное. Отсутствовал, потому что, конечно, отдых занимает много времени. Масса езды. Мексика – огромная страна. Попасть из точки А, из точки Б иногда занимает 3-4 часа, если хочется очень посмотреть, но оно того стоит совершенно, конечно. Вернусь скоро, и до этого, надеюсь, еще что-то успеть сделать, но у меня зарестриктили, как известно некоторым из присутствующих, мой аккаунт, сказали, что не имею права не писать ничего, ни такого всего, и, в общем, типа выключили меня, но почему-то, я, конечно, сразу наябедничал, сразу написал и закрыл того, кого я думаю, что я кто наябедничал, причем совершенно все впустую, конечно, это произошло, как со всеми нами происходит сейчас. То есть мы являемся, как вам сказать, ну, не жертвами, да, конечно, мы не жертвами, мы слишком активная часть населения, очевидно, которую они пытаются уловить. И сейчас вышел апдейт, сейчас Facebook выглядит по-другому, видимо, они где-то там что-то у меня не доглядели. Но, в общем, странно, да, я типа грубыми словами, просто, ну, даже не матерными словами, но я стараюсь очень быть экономным с этим сильным оружием в нашем распоряжении. Привет, привет, Ирина, привет, Игорь, привет, Леонид, привет, привет, здорово, ура, действительно рад, слушайте, да, вот такое чудо они нам дали, но взамен они хотят, конечно, нашу душу, да, в общем, они хотят, чтобы мы говорили только о тех стиральных порошках, которые они хотят, чтобы мы покупали, и о тех кандидатах, которые им симпатичны, за которых они заплатили, там Марик заплатил 400 миллионов долларов, чтобы все прошло как по маслу, и его приняли бы в клуб такого молодого многообещающего вместе с 90-летними и 100-летними основателями этого дела, Джорджем, там, Уорреном, не знаю, кто там еще присутствует, в общем, Билл тоже приближается к этому всему. Привет, Аня. Вот, смотрите, и, в общем, вот такая интересная вещь, ну, короче, про Мексику, конечно, это все здорово, но мы здесь не для этого. Мы здесь по другому поводу, и я хочу хорошую новость вам сказать, которая до меня дошла лично сегодня, только на самом деле все имело место в пятницу. Человек, глубоко секретный штымп в Иране по имени Мухсин Фахризаде. Мухсин Фахризаде. Я очень хорош с фамилией, потому что я вырос в Узбекистане, там у меня сама фамилия не маленькая, поэтому тренирует память. Вот, не короткая, я имею в виду. Ну и вот Мухсин Фахризаде был самым засекреченным до недавнего времени, до где-то 18-го года, он был самым засекреченным иранским физиком, атомщиком, который не был, собственно, отцом, там был другой человек, который был отцом атомной бомбы, но очень долго не мог показать хорошего результата, достаточно громкого. Поэтому он был изгнан, а на смену ему пришел Мухсин. И вот Мухсин, значит, он результаты показал, он стал бригадным генералом, получил звание, но на самом деле он был ученый, который возглавлял Институт новых технологий. Хорошее название, да, ты представляешь себе там всякие ее мобили, там телефоны сотовые, которые побьют айфон и так далее. Вот в Иране все это произойдет. На самом деле занимался человек бомбой. И вот его не стало в пятницу. Трагическим образом кортеж из 3 бронированных автомобилей. То есть это вот совершенно безобидный человек, чуть примерно моего возраста, с большими достижениями, кстати, в жизни. Он в 3 бронированных автомобилях путешествовал с конвоем, и там еще какие-то были, видимо, машины недостаточно бронированные. Он был с женой, пуленепробиваемый такой вот кортеж. И, в общем, раздались выстрелы, и он вышел из своего автомобиля. Надо же было посмотреть, что это там такое, почему стреляют. Он вышел. И он тут же был изрешечен из, как
докладывает, единственное, кто докладывает, это иранское руководство. Они говорят, что был дистанционный пулемет. Пулемет, который из космоса был наведен на этого Мухсина Фахризаде, видного ученого, и он его, в общем, изрешетил. Но главная фишка была в том, конечно, что этот конвой был бронированный, это было в пригороде Тегерана, и он был остановлен, потому что перед ним взорвался Ниссан, в общем, чтобы остановить эту всю историю, они остановились, и вроде как странно для ученого, правда, ты ездишь, наверное, по какой-то причине в бронированном автомобиле, не потому что ты хочешь там за семечками из него выскакивать каждые 5 минут или посмотреть, кто там где стреляет, да? Но, может быть, когда ты ездишь в броневом автомобиле, ты думаешь, что тебя и без автомобиля не возьмут пули. Евгений, привет. Он вернулся, Евгений вернулся из Facebook Бена. Друзья, у нас будет на днях передача, да, считайте, что это анонс. У нас будет передача про то, как пребывание в цензуре Facebook отражается на нас и на наших близких. Мы будем говорить с очень интересным человеком. Это женщина. Вот. Значит, вот это как бы очень хорошая новость для всех нас, потому что, видимо, это какой-то штрих. Естественно, все валят на Израиль. Естественно, Израиль говорит, что мы вам ничего не скажем, что хотите делайте. Может, мы, а может и не мы. Аня, привет. Анна, скажу официально, Анна. Да, может мы, а может и не мы. И вот как Израиль обычно отвечает, как все страны обычно отвечают, то это делает. Но, в принципе, все сходятся на том, что, конечно, техники на это хватило бы только израильтян. И смелости, мужества на это хватило бы, в общем, скорее всего, только израильтян. Наши, конечно, тоже здорово делают, но что-то потом начинают скрываться разные всякие вещи, которые нежелательные, или складываются какие-то легенды. А с израильтянами, в общем, все как бы достаточно эффективно, чисто, и большой Аня, ну, Аня, с удовольствием, и большой пыли как бы это все не поднимает. Так что вот еще одна вещь, которой мы можем гордиться, вот после убийства вот этого Сулеймани ракеты. Вот в данном случае, я не понимаю, наверное, бронированный автомобиль не взяла бы вот та ракета, которая накрыла Сулеймани. Поэтому было решено, вот зная его характер, что он выйдет из автомобиля, потому что, в общем, вряд ли пулемет пробил бы даже с дистанционным управлением. Я так думаю. В общем-то, эта история, естественно, конечно, человек, который расстраивается, это потенциальный секретарь потенциального президента-электа нашего Байдена, это Джон Ф. Керри, который обладает большим количеством друзей в Иране, и, конечно, ему эти друзья вставят немедленно это лыко в строку за то, что он не досмотрел, как это так, что взяли и такого видного ученого уничтожили. Похороны, конечно, состоялись очень быстро, и слава богу. Но у него будет, конечно, немножко расстроенное такое настроение. Я думаю, он от этого никогда не оправится, Джон Керри. Наш не должен оправиться, я не желаю ему оправиться. Пускай он остается в грусти по своим друзьям. CNN также находится в грусти большой, потому что предвидит, что это осложнит политику Джо Байдена, который собирался все дать Ирану, что только Иран не захочет. Но вот это, конечно, студенты, там тут же вышли, студенты пожгли флаги, пожгли американский флаг, израильский флаг. И, ну, вы знаете, иранских студентов, они, ребята, озорные. Ну, вы знаете также, что санкции – это хороший метод лечения от всех болезней, которые беспокоят. И в других странах тоже это помогает, кстати. Ничего исключительного в этом плане Иран собой не представляет, хотя страна, конечно, потрясающая с точки зрения ее истории, она просто колыбель цивилизации, вот так вот продули цивилизацию. И мы не должны этого допустить. Я типа шучу, но не шучу, потому что вот мы с вами, у меня есть тут план, я просто хочу его придерживаться минимально, но я хочу сказать вам всем, дорогие мои, что, знаете, вот мы с вами на колени не встанем, да, вот просто потому, что мы видели в кино, как люди не стоят на колени, и как они дорожат свободой, и как они все это собираются, ну, хотя бы защищать своим серьезным неучастием.
не дай бог, да, не дай бог, если что-то у нас власть такая придет, которая нам не понравится, но мы, может, мы и не выйдем с оружием, но мы серьезно будем не участвовать в ней, потому что мы уже научены Обамой, мы уже научены тем, что мы где-то улыбнемся шуточкам, где-то мы там поддакнем, и мы понимаем, что это все коготок увез, все птички пропасть. Вот. Готовы ли наши дети к тому, чтобы не стать на колени? Готовы ли наши дети к тому, чтобы быть на уровне эмоциональном, том, который от них потребует вот такая власть, которую сейчас нам пытаются запихнуть в зоб, да, в самый вот, вот сюда, вот в Адамово яблоко, как тому гущу фуагра, да, насильно, жестоко запихать, сказать, заткнитесь, ваше время кончилось. Ну, мы не готовы к этому, и мы не воспитали своих детей для того, чтобы они столкнулись с такой ерундой в своей жизни. Иногда воспитывать уже поздно. Поэтому многое от нас зависит с вами. С ними, конечно, надо общаться, разговаривать и сохранять связь, безусловно. Но, ё-моё, имейте это в виду, как бы у нас мы стоим спиной к стенке. Честное слово, я это чувствую в некоторые моменты очень остро. Я знаю, что вы это чувствуете очень остро. Я просто как бы хочу это озвучить, не сказать там, что вот я это делаю, а вы это не делаете. Это всегда непросто. Всегда непросто, потому что мы встроенно конфликтуем. Просто и, как это называется, эволюционно мы конфликтуем с детьми. То есть через отрицание они становятся лучше, они становятся другими. Через отрицание нас, а потом выясняется, как мы все похожи. Поэтому будьте внимательны, не спите на посту с этим делом. Очень хочу передать большой привет Татьяне Татариновой в Калифорнии. Она поделилась со мной своим музыкальным, очень классным клипом. Называется «Холодное солнце». Я поставлю линк потом. Но вещь, мне кажется, очень стильная, очень приятная. Она очень такая... Татьяна, в общем, имеет очень интересную биографию. Она профессор. Вот вы посмотрите, что эти профессора вытворяют. «Холодное солнце», клип музыкальный, я думаю, он будет нам близок. Он как бы не нацелен на таких супер-кул людей, он не нацелен на супер-сквер людей, которые, в общем, только интересуются, там, допустим, Филиппом Киркоровым. Он попадает как раз в эту расщелину и летит там, как такой экс, как он называется, этот... Самолет, короче, из «Звездных войн», ракета такая, так она боком пролетает. Вот. Также эта песня летит по расщелинам ума нашего примерно поколения, мне так кажется. Чуть младше, чуть старше. Не имеет значения. Нравится, нравится, не нравится, не нравится. Это песня, да? Поделитесь с друзьями, если понравится. «Холодное солнце» Татьяна Татарева и Татаринова и группа ТТ. Естественно, не пистолет, естественно, Татьяна Татаринова. А может, и что-то имелся в виду, какой-то намек, в общем, т.т. Самое, конечно, неприятное для меня лично во всем, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, это предательство республиканской партии. Это неслыханно то, что, например, в Аризоне высокий чин GOP, называется Grand Old Party в Америке, так это сокращение Grand Old Party, большая, большущая партища, да, такая, большевики, на некоторой степени, да, в общем, это республиканская партия, GOP, он сказал, что он не допустит Руди Джулиани выступать на разбирательстве по поводу голосов завтра. Почему не допустит? Потому что якобы только люди, кто может быть прямым, кто является прямым свидетелем. Это не Джулиани, который собирает показания, который сертифицирует, вернее, превращает их в официальные показания, не сертифицирует, может, неправильное слово в этом плане, для представления суду, чтобы это все было аффидевит и так далее. Его команда все это делает в должном виде, и люди приобщают это к делу в таком виде. То есть ясна ответственность человека, который это все рассказал, не может быть просто прямым враньем. Так вот, Руди не допустят, потому что он не является прямым свидетелем. И это исходит от GOP, это исходит от республиканской партии. В нашем родном Нью-Йорке, вот наш родной Вита Бруно, например, он вел с гигантским разрывом, несмотря на просто, я не знаю, какое слово даже выбрать, такой
неимоверный разрыв в бюджетных расходах. То есть он потратил 40 раз меньше денег, чем его конкурент, и он его обыгрывал на 20%. И тут начался счет. И счет шел, и шел, и шел, и потом остановился, и потом опять начался. И потом, я не знаю, досчитали они до сих пор вообще, во многих штатах до сих пор еще не посчитаны все голоса. Можете себе представить? Сегодня у нас уже 30 число, да, еще 30 число. Выборы были 4 числа. Это больше двух недель. Это больше двух недель мы занимаемся этой ерундой. Не могут сосчитать голоса. Как это возможно? Короче говоря, в Нью-Йорке. Значит, вот Вита Бруно против Гунартеса Эндрю. Гунартес демократ, Вита Бруно независимый, который был поддержан. Ну, нету республиканцев в этом году кандидата, нету консерваторов в этом году кандидата. Они поддержали кандидата от независимых. Он шел с 20% перевесом, начался счет. И объявили несколько дней назад, счет я был в Нью-Йорке, они объявили, что выиграл Гунартес. Гунардес сказал, да, я выиграл, здорово, все. Что произошло? Республиканская партия Нью-Йорка вошла в процесс, то есть они были в процессе этих выборов, они сказали, мы берем на себя подсчет и проверку голосов. Мы будем участвовать, мы будем наблюдать, мы будем это все вести. По информации изнутри компании, они ни черта не сделали. Они вообще не пошевелили пальцем о палец. И Гунардес, естественно, поддержанный голливудскими звездочками, поддержанный нашими властями городскими, поддержанный чем только он не поддержан, он объявил о своей победе. И если бы, конечно, победил президент Трамп официально, строго, прямо, сразу, то тогда набежали бы адвокаты и сказали бы, да, мы вам поможем почитать, да, мы видим здесь злоупотребление. А здесь компания, человек, который практически это все делает на свои деньги. Это гигантские расходы. У него, конечно, есть там, ну, я не знаю, честно говоря, всех финансов, я знаю, что он лично человек не безумно богатый, он не Трамп по деньгам далеко, и он это смог сделать, он смог вести довольно долго, и в конце, в результате, я думаю, все-таки фальсификация скажет, давай факты. Вот я вам скажу, вот когда у вас дома, например, вы почуяли запах, да, электричество, вы сидите у себя перед компьютером там и твердите какую-то ерунду в камеру, и почувствовали, что запах электричества откуда-то сильно пахнет, горит проводка где-то, потом появилось пламя, потом появился дым. Ваши действия, товарищ лейтенант, вы что будете искать, что там у вас горит? Я думаю, что если пламя довольно сильное, надо начинать выносить мебель и будить своих детей вернее сначала, а потом уже жену, а потом уже мебель и там драгоценные фотографии и официальные там документы и паспорта и кэш все держите дома. Знаете, в чем дело? То есть нет дыма без огня. Нет, ну вот не будет нам, не надо нам рассказывать, что дым без огня бывает. Мы обязательно пойдем и посмотрим, и сделаем то, что необходимо в первую очередь. В данном случае мы видим, что эти все люди, которых интерес заключается в том, чтобы только принизить Америку, чтобы подорвать Америку. То, что они называют подъемом Америки, оно базируется вот на этих, на горбах вот этих людей, этих 75, я не хочу никого обидеть, но... В том плане, что это все основано на труде. Весь мир хочет деньги вот этих вот 80 миллионов голосовавших за Трампа. Тех людей, которые в Америке и шачат, тех людей, которые в Америке платят налоги, влезают в долги, чтобы купить дома, машины и так далее. Они представляют собой вот такой двигатель исключительной эффективности мировой экономики. И их хотят припахать, чтобы они работали не только на родную свою страну, нашу страну с вами, мы с вами, чтобы эти люди еще работали, мы с вами работали на весь мир. На всех тех, кто хочет и приехать сюда, и всех, кто хочет получить американскую помощь. В то время как? В то время как? Вот в пятницу, по-моему, была такая вещь, которая называется Friday Night Dump. Когда вдруг обнародуют информацию, которую не особо, ее надо обязательно обнародовать, но ее надо обнародовать так, чтобы не очень много людей о ней узнало. Написали вот такую фишку. 2,4 триллиона долларов. Вы можете себе представить,
эту сумму 2,4 триллиона долларов. Это, наверное, ну, наверное, 15-я часть, мне кажется, американской экономики, 20-я часть американской экономики, потрачена была государством зря. Ну, просто зря. Это social security выплаты по соцбезопасности людям, которых давно уже нет на свете. Это выплаты тем, кому это не положено, но не удалось найти, куда эти деньги ушли. Это деньги, выплаченные по медицине тем, кого уже нет в живых. Это деньги, в общем, можно было перевооружить вообще всю американскую армию типа 16 раз за те суммы, которые были потрачены. Это официальные данные офиса, который занимается ответственностью правительства, GAO, Government Accountability Office, 2,4 триллиона долларов. Это, по-моему, бюджет Нью-Йорка. Да? Не бюджет, в смысле, а валовой доход Нью-Йорка. Штата всего, и это больше, чем валовой доход России. В Америке эти деньги практически завалились под вот подушку дивана, на котором вы сейчас сидите. Вот они там, вот эта мелочь, она туда провалилась. Это гигантские, гигантские деньги по любым понятиям. Они были потрачены впустую. Концов нет уже. Поддержка фермеров, которым не положена поддержка, и так далее, и так далее. Это деньги, которые взыскать невозможно. Они даже сюда не входят, в эту сумму. Итак, что еще хочу сказать? Конечно, друзья демократы. Вот действительно занимает большую часть моего мыслительного процесса такая вещь. Я думаю об этом. Почему ни один демократ не хочет выйти и сказать примерно следующее? И я призываю, если кто-то хочет сказать: Оля, привет. А, да, вот реактивный самолет. Это кто? Нет. Я понял. Ну, спасибо за помощь. Он как называется? X-Wing он называется. Вот он называется, как этот самолет. Ник, привет. Саша, спасибо, с легким паром. Вышел, да. Ну, баня моя, не знаю, наверное, уже не откроется. Буду искать друзей с бани. Есть друзья с бани, честно. Да. Да. Grand Old Party, не Great Old Party. Да. Да. Ну так вот, чтобы вышел он со следующим вопросом, он или она, или оно, как они там себя называют, классифицируют, не знаю, в сексуальном плане. Друзья, смотрите, нам надо разобраться. Нельзя, чтобы были сомнения по поводу выборов. Да, я демократ, но я считаю, что Джо Байден выиграл честно. Но для того, чтобы вы, республиканцы, среди которых есть мои родственники, мои друзья и, может быть, мои дети, я хочу, чтобы идея выборов американских оставалась в чистоте. Поэтому давайте проведем расследование. То, что я вижу, меня бесконечно тревожит. Большие ученые выступают с статистикой, выступают с данными. По большому счету, есть основания сомневаться в том, что компания Dominion является честным участником всей этой истории. Давайте разберемся. Давайте сделаем, пусть будет Джо Байден президентом условно. А мы тем временем, или будет у нас двоевластие, или у нас будет там тетрархия, у нас будут какие-то такие вещи, которые в истории уже бывали, конечно. Но чистота американских выборов не может быть предметом насмешек всего мира. Всего мира. Любой вонючий какой-нибудь Нигерии там, или в Сибири, которая, богатством которой будет прирастать Россия, или там в Туркменистане, Узбекистане, Монголии, они смеются над американской системой демократии, которая дала, конечно, все поводы к тому, чтобы смеяться над нашей выборной, в частности, системой. Конечно, мы по-прежнему даем совершенно несопоставимые результаты, наши американские жители, никого не возникает идея переезжать в Монголию там, или в Узбекистан вдруг. Но вот почему бы демократу не выйти, так и не сказать? Слушайте, давайте, вот что такое национальное примирение? Байден говорит, национальное примирение. Байден бы должен был сказать: слушайте, вот вы не верите тому, что меня выбрали честно, я докажу. Да, я понимаю, у нас презумпция невиновности, я не обязан это делать. Но я вам докажу, я вытащу все, я выручу все карманы, всю мелочь, пожалуйста. Все положу на стол и скажу: вот смотрите, считайте. Вот расческа, вот 25 копеек.
вот мой кошелек, в нем три кредитные карточки, вот мое там удостоверение пенсионера, вот мой пропуск на вход в Капитолий и так далее, и так далее. Почему этого никто не сделает? Вот это как бы, знаете, такая история, которая серьезно подрывает идею само примирения. Когда начинаешь говорить, ну, среди демократов есть порядочные люди, конечно, да. Они есть. Но им наступили на язык плюс еще одно место какое-то очень чувствительное. И они молчат. И они все вспоминают тут же всю демократию, на которую было плевать Обаме, на которую было... Буш на нее, там они говорили, поплевывал. Ничего не могу сказать, что сделал Трамп плохого в отношении демократии. Кого он закрыл, кого он опустил там словесно, кроме Рози О'Доннелл. Нет вот этих факторов. Но они тихо сидят вот так, и они думают, ну хорошо, ну слава богу, ну не будет Трампа. Ну это уже хорошо, правда же, что не Трамп будет президент. Вот у нас называется президент не Трамп. А Байден, вот он будет как бы наш такой солнечный зайчик. Он вот классно ускользнул от всех. Конечно, его могут все шантажировать. На него, наверное, он самый скомпрометированный политик, может быть, в Америке на сегодняшний день. Просто из-за факта того, что на его сына и на него самого раскопали столько всякой ерунды, и на его брата, и на всю их семейку. Он самый скомпрометированный, его может шантажировать Россия, Украина, Китай, с кем он только не имел дела. Даже Албания поможет его шантажировать, потому что и там наследил Хантер Байден. И вот видите, говорят, что на Байдена нет никаких доказательств ни на Хантера, ни на Джо. Спросите любого из своих друзей-демократов. Первое, что они вам скажут, а где факты? Фактов нет. Ну, что вам сказать? Есть фотографии, мы привыкли к тому, что фотографии – это факт. Мы привыкли к тому, что аффидевит – это факт, показания. Того, что человек, которому принес Хантер Байден свои лаптопы, вынужден был закрыть свой магазин, свой бизнес из-за того, что угрозы убийства к нему поступали неустанно. Это факт. Это факт, да. Человек это закрыл не просто так, не просто потому, что вы ему не верите, там, и на вас обиделся. В общем, это все очень обескураживает в том плане, что все-таки хочется думать, что вот мы поспорили, там, выпили и помирились. Вот как-то не получается, потому что о чем с нами мириться, да? Мы как бы ничего плохого никому не хотели, мы никому ничего не доказывали, мы проголосовали за своего кандидата, кандидат вышел и сделал то, что он обещал сделать. Вот и все. Все эти факты не происходили с другими президентами, вот особенно последний факт, момент. Я голосовал за Ромни, я голосовал за Маккейна, они не выиграли и так далее, и так далее. Я был расстроен, никто мне как бы не втирал там, что вот Обама выиграл, ха-ха-ха, ты какой глупый. Здесь вот 4 года прошли практически, особенно сейчас, конечно, в том, что вот Трамп там фашист. Никто за ругань на Трампа не закрывается на Фейсбуке. Ни один человек. Ругайте Байдена, вас закроют. Я вообще хохма это. Я не знаю, я говорил об этом уже сейчас, я не помню за этой суетой всех дней моих нынешних. Я поставил картинку супа Том Ям, написал, что я его назвал в этом в стиле нью-йоркских суши, я их назвал, вот у нас называют суши там типа Версачи, типа там Луи Вуитон, типа AK-47, все любимые вещи. Вот суши такого, ну, накрученные такие, конечно, все вареные, переваренные. Дрянь, короче. Ну, и мы сделали очень вкусный том ям в Бруклине еще с женой, такой рыбный суп с в общем, разными деликатесами и так далее. И я его назвал том ям 4 more years. То есть еще 4 года, ясно, что это закодированное приветствие президенту Трампу, еще 4 года. Я только это написал и поставил фотографию супа. Тут же Facebook на нее среагировал, я думаю, автоматом, и написал, что если вы не знаете, кто выбрал, то вот нажмите на эту ссылочку, и вам расскажут, кто выбрал, кого выбрали в этом году. Скорее всего, это будет президент Байден, элект, которого обозначил AP как нашего очередного гения. То есть это политизировано до предела. Но закрывает только тех, кто говорит, что Трамп будет президентом, что у Трампа неопровержимые факты, что Джулиани молодец, что Джен Эллис молодец, что Сидни Пауэлл молодец, и мы любим Сидни Пауэлл. И, конечно, Сидни Пауэлл, она была отделена от группы адвокатов Джо Байдена, господи,
я говорю, буду, будет отделена от группы адвокатов Трампа, в которой состоят Джулиани и Дженна Эллис, еще ряд других, Линвуд. Она будет вести отдельно, потому что это было оценено как серьезное несиюминутное дело, хотя она, видимо, полна решимости все это предъявить на днях. Очередному штату будет предъявлено то, что там происходило, и постепенно эти все факты увариваются до следующего. Интересная статистика. Есть в Америке 19 округов, вот district, то, что называют county. И вот эти 19 counties, графство в буквальном смысле, ну это, конечно, там графов нет никаких, они всегда сопутствуют тому, кто побеждает в выборах. То есть не было ни одного президента в Америке при ручном голосовании, которое было все эти годы, и смешанном там каком-то и так далее, которое было в последние годы, чтобы эти 19 counties не проголосовали за победителя. Вот из этих 19 counties в этом году 18 проголосовали за Дональда Трампа. Ни один президент не выиграл американские выборы. Кандидат не выиграл, чтобы стать президентом, без того, чтобы выиграть Охайо и Флориду. Оба эти штата выиграл Трамп. Ни в каких штатах не было безобразий с выборными избирательными машинами, машинами для голосования, кроме как в четырех штатах, которые были выбраны, очевидно, целево, потому что в них собирались сделать, как бы флип, собирались сделать голоса, повернуть на противоположность, сделать голоса только за Байдена. В этих штатах, в одном из штатов, в Джорджии, например, было куплено на 100 миллионов долларов машин. Это получается, по-моему, типа 30 тысяч машин они купили. Для штата 3000. Ну, там хороший, там типа 3 миллиона стоит. Стоит одна машина, значит, 3000, да? Нет. 30 машин. Нет. Слушайте, опозорился. Ну, в общем, 100 миллионов было потрачено, чтобы закупить до машины Dominion именно в последний момент. И там есть разговор о том, что, что это было сделано. Там была взятка, там были даны деньги республиканцам, Кемпу, губернатору и государственному секретарю, Рафенсбергеру, Рафенспелдеру, в общем, это длинная фамилия такая. Они финансово были вознаграждены либо через их CPAC, через комитет, который финансирует их политическую деятельность, либо как-то еще. То есть это все вот составные части этого кракена. Этого гигантского осьминога чудища, о котором говорит Синди Пауэлл, что она его выпускает на волю, это гигантское подводное существо. Что еще происходит? Значит, обнаружилось, что именно в четырех штатах, Висконсин, Мичиган, Джорджия и Пенсильвания, произошел скачок примерно в одно и то же время. Примерно одно и то же там происходило по одному и тому же сценарию. Когда отпустили людей в 10 часов вечера, где-то в час 30 и в 4:30 произошел скачок, вброс голосов, которые были практически полностью за Байдена. Очень мало за Трампа. Это все отражено. Плюс куча-куча нарушений. Плюс куча нарушений в утерянной карточке памяти, на которых сохранялись голоса. Плюс подключение машин к интернету, что оказывается нелегально, не имеют права эти машины быть подключенными к интернету. Плюс отсутствие руководства, все этого доминиона вообще в общественном поле зрения, все разговоры делегированы специально нанятому человеку, который ведет пиар за них. И, ну, в общем, как бы дыма навалом, огня тоже хватает. Но по-прежнему наши демократические друзья говорят, что улик нет. Если бы у вас, не дай бог, если вас задержали бы за там какое-то превышение скорости или просроченный талон, и вы бы пытались отбояриваться, и против вас бы была бы сотая доля вот этих вещей, которые сейчас есть против демократской партии и против избирательной кампании, которая проходила в США,
то вы бы уже платили бы сотни и сотни долларов за штраф за это все. То есть это улики, которые как минимум достойны того, чтобы быть соглашенными на ведущих каналах, и чтобы общественное мнение обсудило это все. Но ведущие каналы поглощены совершенно другим. Ведущие каналы поглощены тем, что Джо Байден, президент-элект, то бишь президент выбранный, но не вступивший еще, избранный, но еще не вступивший в должность, наконец себе построил медиа-команду, которая будет заниматься всей информационной структурой, информационной там, расфасовочкой всей. И у боги это только женская команда, там только женщины. Как вы понимаете, я ничего не имею против женщин. Но это абсурд, когда подобная вещь становится как бы критерием или достоинством команды, что она только из женщин состоит. А если бы она была из всех людей одного и того же роста, например, или из всех, только из женщин, которые, я не знаю, носят прическу, я не знаю, а-ля Мэрилин Монро, то есть это совершенно ничего не говорит о достоинствах этой команды, это говорит о дефективном методе подбора команды, когда это делается из соображений политической корректности. Должна быть команда смешанная, эффективная, сказать, что в нее входят такие-то люди, и принцип был далеко не половой отбора. А так по половому признаку, конечно, мы... далеко бы не уехали, в принципе, если бы только была идея подбирать мужчин или только женщин на какие-то посты. Поэтому это команда, которая находит совершенно вот этих тухлых людей, как сегодня Максимон выразился замечательно. Эти люди, когда они выходят в должность государственную, они ни черта не делают. Как только они заканчиваются своим сроком пребывания в этой государственной деятельности, они тут же выбегают, откуда у них берется столько энергии. За какие-то считанные месяцы они зарабатывают десятки миллионов долларов, как лоббисты. И потом они попадают, собирают деньги на свою дальнейшую политическую деятельность, очень эффективно. Потом они в нее заходят и опять ни черта не делают. Вот Джо Байден, конечно, он идеал, он такой эталон чистой платины 99-й пробы. Он человек, который пришел во власть, никакого закона не создал, ничего не создал за 47 лет. И сейчас Америка выбрала этого человека. Смешно говорить, это он более популярен в этих как раз четырех этих штатах, он популярен больше, чем Барак Обама, и гораздо больше, чем Хиллари Клинтон, конечно. Смотрите, Джо Байден, да? он не обладает вообще, если считать, что принять за единицу там ораторские способности Хиллари Клинтон, тогда, ну, наверное, Обама выйдет в районе 7,5, ну, а Байден будет минус 47. Он совершенно не оратор, он совершенно, особенно сейчас, в его состоянии здоровья. Но вот такую нам втюхивают ерунду, понимаете? Конечно, мир смеется, нам, конечно, плевать на то, что они смеются, мы знаем, что они сами дураки. Но вообще, прикиньте, вот честно, у меня кончается литературный русский язык, когда я начинаю думать, за кого нас принимают с вами. Мы не вчера родились, мы видим прекрасно, что за команда пытается нами манипулировать. И, знаете, это когда ты еще ребенок, и когда ты встречаешь какого-то уличного афериста, тебе простительно поддаться, там, отдать ему свой кошелек, чтобы он проверил, сколько у него у тебя там денег, я уж не помню, все эти аферы, которые в Ташкенте практиковались с подростками, которые прилично одеты, ходят по улицам, и явно у них есть пару рублей в кармане, чтобы это отобрать. Аферы, не драка, конечно, не бандитизм. Так неинтересно. Не всем интересно. Но вот нас держат за таких, ребята, наперсточники. Это не самые умные люди в мире. Доктор Фаучи сказал, что, оказывается, дети не очень сильно передают коронавирус. Поэтому нью-йоркский губернатор Куомо сказал, что у нас будет... Часть вопросов. У нас школы откроют в понедельник. Но это здорово, потому что это все-таки нормальное состояние. Дэниел, привет. Я думаю, Трамп не уйдет, вплоть до вооруженного противостояния. Но это мы посмотрим, это мы не знаем. Это мы ничего не знаем. Что это фейк у нас? Swamp is not partisan, it's about money. Да. Окей, друзья мои. Ну, конечно, движимы ненавистью. Не то чтобы ненависть, даже это к Трампу уже. Окей, Трамп
Они считают, что его переизбрали. Но почему вы не сидите со своими? Почему не радуетесь уже со своими? Почему до сих пор заколочены магазины? Почему до сих пор держат население в состоянии тревоги? И это начинается: оденьте маску, снимите маску, оденьте маску, снимите маску. Мы будем колоть вакцину, мы не будем колоть вакцину, говорит население. Уже население доведено до того, что ряд людей, которые есть такие never vaxxers, да, по-моему, называются люди, которые против вакцин. Они говорят, мы вообще не будем колоть. Пускай вот половина уколется, все, кто хочет, а потом мы посмотрим, что с ними будет. Есть люди, которые говорят, что это вакцина Трампа, мы не будем ей колоться. А другая часть говорит, что теперь Байден ее себе припишет, а мы в знак протеста против Байдена не будем колоться этой вакциной. И что толку, что гигантские усилия потрачены, гигантские деньги потрачены на разработку этой вакцины? Ну, это мы расхлебаем. Главное, что она уже есть, уже три компании есть. Сейчас уже, по-моему, третья компания хочет сертифицироваться как emergency, как срочно получить как бы коридор для того, чтобы быть сертифицированы и начать эту вакцину вкалывать нам всем. Там тоже сложный какой-то способ, два приема, через неделю я слышал, два укола. Симптомы есть какие-то после первого укола, должны быть, тебя требуют. Ну, не знаю. В начале декабря обещают, что уже начнут что-то делать. То есть, вот такой вам дал короткий обзор и пару своих мыслей. Мыслей было больше. Я хотел высказаться очень глубокой мыслью насчет Дейла Карнеги. Да? Кто помнит Дейла Карнеги? Все помнят, наверное, да? Это типа считается... да, ну, 99-й проба. Игорь, конечно, я иронически все сказал, безусловно. Про Байдена как светоча вообще, как его называли, Сталина как называли, всех, короче, наук, все науки он превзошел. Вот Дейл Карнеги говорил о том, как написал книгу, которая считается второй популярной книгой, как говорят, после Библии в Америке, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. И я что-то вспомнил его недавно, и в частности я вспомнил то, что первый образец... Ну, конечно, не хочется быть подопытным кроликом. Да, так вот, Дейл Карнеги книга была закрыта, засекречена. «Счастье не выносить. Служебное пользование в СССР». Там. Мне досталась Газплановская копия когда-то. Такая на ксероксе, но она не была... Она была официально сделана на ксероксе для того, чтобы сотрудники читали, обладевали и пускали это все вот на американской основе дальше. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». И я эту книгу прочитал, и потом оказалось, еще кто-то читал эту книгу, и мы делились в молодости этим всем. И говорю, ну это, наверное, где-то в этой Америке их не работает, потому что там все такие вот вежливые, все в джинсах там, и все бизнес у них на уме. Но у нас-то что будет работать? У нас только мысли там о плове, у нас мысли о машину купить, машину продать, там чистый у нас такой мелочный таракань и бега. И никому у нас нет дела до... вот этих всех вещей, о которых пишет Дейл Карнеги. И что-то тут меня всплыло это все. Но в то же время это было крамола, это нельзя было никому знать, как завоевывать друзей. И предлагалось все это делать естественным путем. Предполагалось, что мы будем это делать. Мы справлялись. Друзей завоевывали, влияние на людей оказывали. И я недавно вспоминаю в этой книге, и, может быть, не лишне было бы вернуться, собственно, к ее тексту. Но я стал думать, что эта книга не столько даже направлена на то, как нужно разговаривать с людьми, которых ты хочешь сделать своими друзьями или там, бизнес-партнерами, скорее, понимая теперь лучшую американскую идиому, хочешь на них повлиять, сколько ты научаешься читать и проецировать на себя то, что они хотят от тебя. Хорошо ли это? Хорошо ли, что ты приспосабливаешься к собеседнику? Хорошо ли, что ты пытаешься не то чтобы, ну, знаете, как можно поддакивать, да? Можно все это делать так, но можно и вести разговор так, чтобы понимать и помочь собеседнику раскрыть то, что он не всегда может вербализировать. Это вот то, что я, как правило, стараюсь сделать в своих беседах. Я, конечно, выбираю людей, которые прекрасно умеют вербализировать, но мы вместе с ними иногда натыкаемся на какой-то вопрос, который приглашает к тому, чтобы мы его вместе исследовали. И с вами, конечно, тоже, поскольку у нас есть связь. И вот то, что Карнеги предлагает вам в завуалированном виде, лучше изучить самих себя.
лучше быть готовыми к тому, что вы можете в процессе разговора уведены в ту сферу, где вы себя не совсем знаете. И тут дать своему собеседнику вас раскрыть для самого себя. Понимаете, если я немножко путанно говорю, но просто я не оформлял эту мысль еще никак, там, ни письменно, ни в разговоре с кем-либо, чтобы услышать просто свои собственные ошибки в данных размышлениях. Но вот это вот величие Карнеги, это интересный момент, потому что книга работает, книга поносима и ругаема многими, а многие тихо ее используют и только возносят ему хвалы и рекомендуют ее для дальнейшего распространения. Но для меня она, как бы вот ее философская ценность заключается не в том, что ты можешь своим краснобайством покорить весь мир, а в том, что ты позволишь миру впустить себя в него. Вот на этой глубокой мысли я с вами прощаюсь, дорогие друзья. И я надеюсь скоро быть снова с вами. Всего вам доброго. Thank you.